Всем привет, дамы и господа, мы продолжаем играть в Forza Horizon 5, и мы в прошлой серии вернулись в Мексику. Мы сейчас раскатываемся на нашей охренительной BMW M5. Так, надеюсь, меня слышно, все хорошо. Да, меня слышно, все хорошо будет. И мы в прошлой серии проходили с вами... Так, опять как всегда, мертвая зона очень большая. Проходили мы с вами... Принты, гонки проходили. Сегодня у меня в планах поехать на автокросс. Так что давайте поедем на кросс. Где автокросс? Так, буквально секунду. Друзья, включил режим стримера, так как у меня на прошлое видео прилетели авторские права, и, соответственно, там была какая-то музыка, палим. Так что я включу режим стримера, режим трансляции. Поехали на автокросс. Вот, я без вебки сегодня почему-то, так как у меня вебка, откровенно говоря, поломалась. Я хотел ее включить, так как в прошлой серии говорили, что давай делать видео с вебкой. Ну хорошо, я сегодня как раз перед записью видео проверял вебку, все хорошо, все работает, все ач, но почему-то перед записью видео я включил вебку, и что, и ничего. Добро. Куда это, поехали-то? Давайте автокросс. Где у нас автокросс? Так, у нас вот кольцевой кросс. Добро. Так, и давайте посмотрим, какие у нас есть машины для автокросса. Наша М5. У меня просто дофига машин. Я помню, или у нас нет тачки для автокросса. Если нет, это будет обидно. Может, Dodge взять, а? Нет, на Dodge мы не поедем. Так, вот это уже интереснее. Так, ну это говно брать не будем. Это... О! Форд. А ну-ка давайте сядем в машину. Посмотрим, что это за форд. Походу это охренительная тачка. Так, она походу для... оффроуд. А ну-ка, погодите. Ой, так, машины. Так, бездорожье будет. Да, это тачка для оффроуда. Вот она нам и подходит. Добро. Все, поехали. Кстати, мне предлагали в комментариях поездить вот так. Давай поедешь. Вот, хотя мне так не особо нравится, если честно, так как... Нет, все, друзья, сорян, но я поеду так более реалистичнее, более, так скажем, некомфортно. Блин, ну на пердолит реально 200 с чем-то километров в час. Её трудно контролировать, я бы ещё сказал. Так, 2,8 километра, поехали, это что там, кто стоял? Не, я чувствую, эта машина на бездорожье должна нормально попердулить. Вот, мы с вами будем действовать так. Одну серию оффроуд, вторую там спринт или что-то такое. Так. Нет, надеюсь, уже на следующую серию как бы заработает у меня вебка, так как я хочу, честно сказать, вебку попробовать сделать это видео. А, да, интересно. Вот, играю я на роли Defender, 990 градусов. Нет, ну я смотрел, как-то из Defender можно делать 900, но рисковать не буду. Так, выбрать заезд. Как тебе выбрать? Одиночная игра. Да. Так, мы можем нашу машину. Текущая машина. Поехали.
Поехали, я. Вот, у нас стоит средний режим, если кто помнит, так что... Ой, нет. Да еще по... Мне кажется, конечно, это не будет управляем. У нас же, надеюсь, не симуляция стоит, нет? Потому что симуляция очень неадекватно себя ведет на мокром асфальте. Ты что пихаешься? Ты что, а? Так, как всегда. Так. Ясно. А переноска работает. Перемотка не работает. И это заново. Я не пойму, почему у меня перемотка-то не работает. Это не пойму. А, ну, погодите. Так, сложно. И параметры. Управление, раскладка управления и перемотка. Так, газ, тормоз, понижение сцепления. Угу. Так, ладно, поехали. Начало нравится. Вот этот хер меня пихнул. Вот, вот. Опять он туда. Нет. Опа. Зарулил. Отлично. Хорош. Идем на обгон. Ай-яй-яй. Чувствую, я взял не очень подходящую машину для вот этого всего, но... Да. Так, ну, добро. Чувствую, надо сейчас менять будет машину, да? Так, хорошо тогда. Так, обходим. Тут притормаживаем. Вот тут мы влазим. Вот тут нас немножко размотало. Вот тут, конечно, ручничка. Давайте. Так, тише. Мы идем нормально. Сейчас мы их всех уделаем. Вот другое дело. Дай бог нам вторым прийти. Все. Есть контакт. Не знаю, мне как-то здесь мокрый асфальт не нравится. Так, ну сопернички так отстали, а лидера мы понемножку, потихоньку догоняем. Хотя сейчас может все измениться. Давай второй из трех кругов. Не спешим, друзья, не спешим. И опять мы седьмые идем. Нормально. Так, уже пятые. Третьи идем. Нам бы хоть вторым, друзья, прийти, так как если ты топ-1, мы здесь не возьмем. Иди, пожалуйста. Лидер уехал, ну, как всегда это.
Так, последний круг. Сейчас главное опять где-то там не размотаться. Все. Вторым, значит, вторым, но, конечно, будем пытаться прийти первым. Да, я смотрю, уже сопернички нас догоняют. Вот даже на среднем уровне сложности вот так вот я... Так, здесь главное не вылететь. Хорошо, хорошо, поверни. Спасибо. Но мы его не догоним. Мы, друзья, его не догоним. Нет, я считала. Или догоним. Не, не догоним, тут уже без вариантов. Ну, второе место, друзья, нормально. Второе место. Так. Неплохо. Поехали. Так, я, друзья, все же знаете, взял какую-то... Ну-ка. Чтоб красиво сделать, да, то есть, так, камера пониже. Друзья, я откровенно извиняюсь, я забыл. Я забыл, в общем, видео убрать видео с записи. Ну, вернее, с паузы. Так что этот автокросс я сам проехал. В общем, я взял вот эту, чтобы вы понимали, машину взял. Вот, и я проехал автокросс, скажем, на вот этой машине. И выиграл. Вот, затащил этот автокросс. Вот, видите, Toyota. Вот, победа. Вот, и мы сейчас направляемся с вами в другой автокросс. Вот, я думаю, у нас здесь есть поблизости кроссы. Кольцевой кросс. Ну, давайте сюда. ОБС, как всегда, меня любит, так как я нажал горячую клавишу, у меня сейчас хоть запись идет. И ОБС мне посчитала, типа, я тебе не буду снимать с паузы видео, на, вот так. Так, а что мы по дороге, собственно говоря, давайте, как обычно. Вот, а я там рассказывал, ну, короче, да. ОБС, как всегда, нас любит, ОБС, как всегда, нас уважает, да? Главное не лететь в дерево, и, собственно говоря, вот оно, дерево. Так. Ага, у нас там дальше. Так, поехали. Вот, еще мне писали в комментариях, ничего не вижу. Вернуться в Horizon 4, друзья, и там немножко допройти гонки, так как вы помните, что мы вроде бы как бы в Horizon 4 допрошли все гонки, да? Но не тут-то было. Оказывается, подписчики
Вот до сих пор пересматривались мой летсплей по Horizon 4 и сказали, что у меня там и не пройдено еще 2 или 3 автокросса. Так. Ну давайте попробуем нашу машину. Там. Вот, так что, друзья, вот скажете, возвращаемся в Horizon 4 или продолжаем в пятерку? Так, буквально одну секунду, друзья. Так, продолжаем, ну тут хоть уже сухой асфальт, на том спасибо, да? Так, подставка ее. А, нет, не сухой асфальт. Это мне показалось. Это мне показалось, что асфальт сухой мокрый. А, ну да, это же мокрый сезон, друзья. Это же начался мокрый сезон, да? Убрал, чисто убрал чилика. Короче, я так понял, пока мокрый сезон, лучше в автокросс не заходить, да? И вообще, какие-либо гонки, так как я ненавижу мокрый сезон в форме. Может, я не один такой, друзья, но... Ай. Так, мы в лидер, это уже хорошо. Опять у нас три круга. Запись хоть идет, запись идет. Я теперь каждый раз буду проверять запись. А это я записывал созданный в бездне серию или RDR 2. А? Или серию по ферме. Гонка-то ладно, гонку там можно перепройти. А вот. Так, нормально мы как прошли этот сектор. Экстремально. Так, у нас уже 103 левел. Так, продолжаем, потому что что-то у меня подставка и стойка для руля начинает ёрзать, надо, наверное, кое-что сделать. Ну, друзья, вот так вот по стенкам мы с вами, в принципе, и работаем. Мы даже, походу, в прошлой серии, на сухом сезоне, да? Ох, ты ж как хорошо бочком зашел. На сухом сезоне мы с вами на BMW, помните, да, в прошлой серии катались? Мы там даже так от стенки не бились. Не, мы заходили в повороты, конечно, от стенки, да, но не до такой степени. Но не до такой степени от стенки долбились. Меня, друзья, знаете, что смущает? Что у нас пропала перемотка. Или это уровень сложности такой, или я не знаю. У нас реально пропала перемотка. Или это с обновлением такое форза, а у... Куда ты делал перемотку? Я не знаю, или это надо переназначать какие-то клавиши. Ну, перемотки чисто ее нет. Это реальный перемотки нет. Вот я нажимаю R. Так, я это нажал. А я нажимал R, нажимал примас. И нет перемотки. Просто ее нет. Куда Forza дел перемотку? Алло. Что с тобой, Forza? Так, на самом деле, такое себе. Вот видите, как машина на чистом асфальте. Здесь все уже можно. Надо будет решить с
кстати, что с перемоткой. То есть, ибо это баг, ибо реально что-то случилось в перемотке. Я хер знает. Так, ну пока держимся, в принципе. Как бы, пока держимся. Я помню, в Horizon 4 мы вообще только на перемотках там выживали. Там то прыгнули не туда, то еще что-то, и там мы только на перемотках. Да-да, было такое дело. Или может перемотка на какую-то другую клавишу говорю, я не знаю. Так, я так понял, там с ручником надо заходить, да, в поворот? Смотрите. Ну да, типа с ручником. А, это последний круг? Да ладно. Значит, можем немножко полихачить, но это нам не нужно. Вот, вот так вот. Так, окей. Победитель, добро. Так, мы выиграли RS200 Evolution. Форд RS200, ладно, круто. Вот машины в Форде тыкат пачками. Так, давайте еще раз подбиваем. Барабанщик, барабанщик. Вот это да, вот это да. Парше. Так, хорошо. Поехали, друзья, на еще одну гуну. Так, как там карта? Это сменить вид. Это как карта. Вот. Поехали мы на. Так, сюда далеко есть что-то поблизости. Сюда. Нормально, недалеко, в принципе. Так, ну поехали. Вот, на самом деле, друзья, я думаю запилить, так скажем, темы повыше бали. Я очень... А, навигатор меня навигрил, понял? Вот, на самом деле, я очень давно просто выше бала не катался. Вот, и хочу запилить, так скажем, серию. Вот. Ну и если что, можно будет тоже в Horizon 4, так скажем, копнуть. Ничего не видно, ну да ладно. Так, как всегда, деревья наша любимая. Так, окей, спринт кросс. О. Так, Субару. А мы ее качали? А мы ее не качали. Субарика.
Так, ну давайте на Форде попробуем. Надеюсь, Форд затащит, в принципе. Очень на это хочу надеяться. Вот, я, скорее всего, две серии запишу по Форде. Ну, не знаю, как-то мне затянуло Форду. Зачем сильно. Так, Спринт Кросс Бахио. Ну, давайте. Как всегда, влажный сезон, водичка. Жара, водичка, парит все отлично. Так, друзья, слушайте, мне что-то уже вток. А чего так? Давайте пропустим, мы, нам же будет скучно. Проезжал. Чу. Прям вот так на них. Да не, так неинтересно. Давайте подождем, пропустим. Парочку. Ну хотя бы лидера, ладно, чтобы не пропустим. Вот, теперь уже есть мотивчик его догнать. Да ну! Ха! Так неинтересно. Вот, хотя, если мы повысим с вами уровень сложности, мы будем страдать. Ну ладно, покайфуем, поговорим. Вот. Можем мне позволить себе позаниматься. Вот, так вот. Сказали, что в Horizon 4 я не прошел там еще 2 или 3 гонки, я хотел вспомнить, мы хотели сами закрыть полностью вот эти вот гонки, да, по автокроссу. Ну давай. Вот, другое дело. Так, ну это же теперь весело, да? Вот она. Здорово. Хотя я вам скажу, этот спорт носит как табак. Не знаете почему? Не, братик, ты мне уже теперь давай ты мне лидируй, потому что мне... Как бы это 70%. Нет, мне надо было, чтобы ты лидировал где-то на процентах 20-30, а 50, допустим, да, 80% мы прошли. Ты пытаешься что-то тут вырваться вперед, тут я уже. Тут ладно, я уже поработаю с этой машиной. Так, и давайте очечка. А, финиш уже? Да ладно. Ну давайте как-то так красиво зайдем. Ну вот так. Так, хорошо. Я хоть видео с паузы снял. Добро. Так. Вот такая у нас хорошая машина. И давайте теперь мы проедем... О! Рядом как раз. Да? Как раз-то рядом. Как раз-то рядом. Слушай. Вот. Я думаю, мы еще один заездик, да, сделаем. И все. Закончим. Так, как всегда, выбираем нашу машину. Она сегодня... У нас была прошлая серия BMW, а сегодня серия Ford, да? Сегодня у нас будет серия Ford, да. Кстати, я хотел перта изменить. Но так и не поменял его. Почему? Так. Хорошо, поехали.
Опа-на, и она, это не авторская песня, она мне очень нравится. Врываемся в топ-6, так, сразу. Топ-5, топ-4, топ-3. Слева вы можете наблюдать пирамидки. Так. Извини, что я тебя страху как бы это, да, но так надо, пойми. Так надо, не обижайся. Я ремонт оплачу. Опа. Так, главное сейчас не лететь. А вот тут, друзья, уже интересно. Потому что этот лидирует. Серьезно. Так, а вот это, друзья, уже интересно. Это бегает. Тянется потеряно, мы можем еще попробовать затащить. Но я чувствую, что это где. Почему нет перемог? Скажите, пожалуйста. Это где? Так что мы делаем вот так. Поехали. Друзья, если здесь сразу не выбиться в лидеры, то ты что творишь? То считайте, вы уже не додумаете лидера. Поэтому стараемся выбиться в лидеры, сразу выбираем этого тоже. Мы лидеры. Все. Вот, мы по мере прохождения будем увеличивать сложность для аватаров. Вот, так как сейчас сразу поставить на ультра высоко, да, ну не вижу никакого смысла. Так как я игрок неопытный, ну, гонщик имею в виду. Так, что там? Да, гоняют. Вот, я гонщик не сильно опытный, и смысла не вижу ставить себя сразу. Тяжелый уровень сложности. Так, 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 так. Засчитал? Ты мне так давай не бери. Вот, все же в пор за аркада, аркада и есть. То есть аркада есть аркада. Ты шо? Шо, хренел? Так, сразу в лидера. Не надо так. Но мне еще жить охота. Идеально. Вот, сейчас затащим эту гонку и будем заканчивать на этом. Я, наверное, пойду еще одну серию запишу. Ты шо? Брателло, не надо. Брателло Донателло, не надо. Не надо меня так обгонять. Запись хоть идет, идет. Так, отлично. Да, конечно, на мокром асфальте торможение нулевое. На мокром грунте и на асфальте торможение никакое. Тормоз-пол. Вот, это тормоз-пол, и она все равно как-то...
засчитал. Так, 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 не надо. Убери свою задницу. Давай, 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 господа. Если мы сейчас лидера пропустим, мы потом его не догоним. Блинт. Не надо мне так перед финишем, вы что? Не дурите. Ребят, не дурите так перед финишем. Это тормоз полный. Нажимал и что? И ничего. И не надо. Это ГГ. Да? Я только могу его убить. И это гоблин. Ладно, заново. Так. Я, наверное, сейчас проеду этот круг. Чтобы вас не мучат. И включимся уже на последний круг. Итак, друзья, третий круг. Я проехал два круга. Мне пришлось еще три раза делать перезапуск, так как я прошлепал контрольные точки. Вот, но сейчас я уже иду лидером, как вы видите. Соперники где-то там. Их не видно. Вот, в общем, даже на среднем уровне сложности я вам скажу, что весьма трудно. Это все дело сделать, это все дело затащить. Представьте, чтобы было на сложно. Или на Блин, у меня даже язык не поворачивается. Непобедимым уровне сложности. Вот просто. У меня даже язык погиб от этого слова. Сколько я там настрадался, помните? Голиаф. Forza Horizon 5. Смотрели стрим? Вот там я, да, настрадался капитально. Кстати, мы на Голиаф поедем, друзья. Это будет следующая серия, наверное. И мы смогли. Мы смогли, друзья. Четвертый левел у нас. Ха! Да, на этом будет интересно прокатиться. А, ну что, друзья, я на этом, в принципе, буду заканчивать. У нас, в принципе, и так уже 36 минут будет. Hey, Alex. Sorry to bother a future Hall of Famer, but can I have your input on this next adventure? А, не успел прочитать. А, нам, друзья, еще вот эти вот попроходить. Сезоны, так скажем. Ну, не сезоны, а вот. Типа сюжет Forza Horizon. Так, потом. Вот. Ну, это мы уже будем проходить потом. А сейчас на этом я буду заканчивать. Я пойду отдыхать. Может быть, еще одну серию по Forza запишу. И вот, вот такая вот серия. Надеюсь, что в следующий раз уже мы будем с вебкой с вами. Так как почему-то вебка мне отказала работать. Вот, отказалась. Вот. И, возможно, в скором времени стрим по Forza Horizon 5. Так что ждите, друзья. Ждите новых видео, стримов и так далее. Ух ты, нифига. Там прям молния сверкает, или это текстуры. В общем, друзья, на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем до следующей встречи, друзья. Всем пока.